Во Владимире простились с первым губернатором области Юрием Власовым. О его кончине стало известно 9 января, ему было 57 лет. Отпевание прошло в Свято-Сретенской церкви. На церемонию прощания приехали глава региона Владимир Сипягин и сити-менеджер областного центра Андрей Шохин. В 1991 году Юрий Власов стал самым молодым губернатором страны. Когда Борис Ельцин назначил его на должность главы администрации в Владимирской области, ему было всего 30. Регионом Юрий Власов управлял 5 лет. Своим друзьям и коллегам он запомнился только с положительной стороны. Обязательно он должен войти в историю и вошел в историю Владимирской области как первый губернатор. Это был умнейший человек, замечательный по характеру, любил людей. Ну, только положительные слова. Он в моей жизни сделал очень много. Ну, для того, кем стало, это вот его доверие, его, значит, его такое вот желание, что ли. И то, что я возглавляла антимонопольный, потом с ним работала, он губернатором, я в казначействе. Вот, с ним было замечательно работать. Замечательный человек. Добрый, порядочный, удивительный. Похоронили Юрия Власова на кладбище Улыбышева. Иван Стариков, Виталий Сергиев, Губерния 33.